А вот это уже, я вам скажу, прям эпик. Смотрите, что он делает, что он вытворяет просто. Делаем эпичные кадры, давай. Давай, давай, мужик. А! Вот это класс. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Гусанёк, Подлючка, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам. Вышли монстры с игры Atomic Heart. Если тебе кушать, приятного аппетита, мы начинаем делать обзор на крутых монстров. Acid Engineer. Так, вселяйся в него. В них можно вселяться, увеличивать, уменьшать и очень он много всяких вещей делать. Он уже замочил. Так, что он может? Он умеет бегать. Кстати, он бегает так смешно. Анимации вообще изменены и очень круто сделаны. Ого, и ногой бьет. А ну на Ctrl понажимать, что он там умеет вообще? Кислотой, получается, он сам, да, бьет кислотой? Нет, я нажимаю... А, да, он сам бьет. Ага. А ну что, дай я его рассмотрю. Я что, в эту игру не играл? А вы, ребята, напишите в комментариях, как вам этот мод на мутантов? У него 280 хп. А ладно, давай этот, я поставлю обычного NPC, мы посмотрим, как они воюют. Потому что, может, мы не все способности можем их использовать. Ой-ой-ой-ой, сразу по мне гасит. Успокойся, псих. Чек, а ну сколько он дамажит вообще? Ой-ой-ой, вообще сильно. За раз убивает. В принципе, довольно-таки неплохо. У него еще эффект такой, как с игры, да, сделанный, когда попадаешь? Да. Ух ты, хорош, а смотри. Псих. А жизнь у него, наверное, 100 хп, как и у всех, да? Нет, у него 200. А, 200. Хорошо, давайте дальше. Следующий у нас... Acid Mutant. Так, держу его, давай, вселяйся. Он меня не замочил. Офигеть, такая форма военная у него. Ай. Тоже кислотный. Там даже, ребята, будут и огненные, и боссы. Так что, досмотрите ролик до конца. И не забываем подписываться и ставить лайкосики. Мы выпускаем ролики каждый день и записываем самые актуальные моды и разные рубрики по игре Garry's Mod. Ну и не только Garry's Mod. На меня. Я так понимаю, что ты не дамажишь, он сам стреляет. Да, он сам стреляет. То есть я бью. Ого. Прыгну, он тоже сам что-то. Он так прикольно бегает. Кислота нормально брыщет. Ой-ой-ой. Так, давайте ставим NPC обычный, постреляем в него. Офигенный эффект. Ребята, смотрите, как сделаны эффекты. У него жизни больше, чем 100. 101. Хорошо, следующий у нас. Инженер-мутант. Сейчас возьму физган. Ты готов вселяться? Да. Давай, погнали. Держу его. А, какой же? А это уже не кислотный. Все, вселился. Просто, знаешь, каратэшник. Так, да, они так прикольно дерутся. Анимации вообще очень сильно переработаны. Даже не похожи на Garry's Mod. А ну, побей, что он там может вообще? Так, прыгай. Они так ногой классно все бьют. Он просто без всяких, получается, умений... И стал упашить умеет. А ну ударь меня разочек, как жизнь отнимает. Прыгнул. Ты прыгнул? Жизни нет. А ну бей меня. Ой, по мне попало. 70 хп, ой, 60 хп отняло. А ну еще разок. Сразу был ударен. Неплохо, неплохо. Так, а ну давай теперь я его поставлю обычным NPC. Будем смотреть, есть разница, когда человек управляет, а когда искусственный интеллект. Ой-ой-ой, кстати, прям с прыжка бьет. Он еще от пули уклоняется. Все, ребята, он крякнул. Так, поехали дальше. Огненный инженер-мутант. Опа. А может, давайте сразу будем их ставить и смотреть, как они так дамажат, да? Мне кажется, так лучше даже будет. Просто мы сразу его убивать не будем, посмотрим, что он может. Поджопник дал тебе. Что-то прыгает до сих пор. А ну да, у меня ударит, я загорюсь или нет? Он карате отвечает. Ой-ой-ой. Неплохо дамажит, неплохо. Во, огнем стреляет! Офигенно, прям, знаете, анимация огня, даже воздух плавится. Настолько круто сделано. О, это псих, успокойся! Так, жизнь у них у всех приблизительно одинаковая. У меня такое ощущение, что у них 100 хп. 280, так, огненный мутант. Ну как-то быстро кончается. Это уже не инженер, это огненный мутант просто. А чем у них разница? Ребята, представьте, круто будет, если добавить всех мутантов
с игры Atomic Heart. Там и роботы, и летающие. Но я думаю, добавят, потому что там написано, что будет доделываться еще тот мод. Только вышел. Мы, как говорится, запишуем с пылу и жару. Ой-ой-ой, вы видели этот эффект? Это самоуничтожение у него было? Да, наверное. Офиньте, давайте еще разок, давайте просто реально проверим, как он вообще бьет. Давай. А может, когда мы его практически убили, он сам взрывается, ликвидируется. А, ну давай, давайте гасим его. Вот, этот эффект. Тут точно, ребята, надо лайкостик влупить за такой классный мод. Green Sprout. О, цветочек, я помню его. Он стрелял этот кислотой. Просто кислотой, да, стреляет, и все, больше ничего не делает. Ой-ой-ой, хорошо, кстати, дамажит. Ой, сорян. А, и все. И все, сорян еще раз, да? Да, так, сорян. Иви-босс. Ребята, ну что, пошел босс у нас. Ой-ой-ой, музычка с игры сразу. А вот это уже, я вам скажу, прям эпик. Смотрите, что он делает, что он вытворяет просто. Делаем эпичные кадры, давай. Давай, мужик. А! Вот это класс. Вот такие мне моды нравятся. Вот это он быстро, он так в игре так сама быстрый. Тихо. Успокойся, мужик. А так, пацаны, перехожу в тяжелую артиллерию. Пошел. И музычка реально эпическая играет. И на голове скользит, а на руках. Да иди, так, с автомата стреляем. Где, сколько у него жизни, да? Ай, прям на расстоянии бьет. И вообще класс. Гасим его. Ну еще как бы уклоняется, ребята, от пуль. Вообще классно сделано. Мы его убьем, как вы думаете? Да, думаю. Ну должны, да, по идее? Не трогай меня, резина ты такая вонючая. Ай, не попал шаром, еще тяжело попасть. Так, на меня переключился. Надо сваливать. А музычка классная. Обалденный мод, 5 звездочек, не зря ему поставили. Так, надо что-то помощнее может брать. Арбалет пошел. Ой, попадаю, хорошо. Кстати, ему не понравилось, что я попадаю по ним. Вот это он прям скользит эпически. Эй, мы убили. Ой, извини, обстоятельства. Ой, давай. Шары пошли уже, Serious M2. Скрещиваем игры уже разные. Так. Мы вообще его убить, ну, сможем или нет? Как вы думаете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, поехали. Так, надо взять, ребята, оружие какое-то помощнее. О, давайте с калашика. Опа, в здание пошел, надо сваливать. Не трогай меня, надо автомат переключать. Ага, вон он, в углу. С калаша будем гасить. Нет, не убили, я должен таки... Есть, убили. О, видите? Кстати, ребята, ну жесткий вот этот был. Так, следующий у нас еще один есть босс. Поехали. Large Mutant Elite. У-ху, музычка пойдет. Я думал, мы его убили сразу. Нет, не убили? Поехали, мочить его. Интересно, у него вот какие-то эффекты. Да, классный, тоже монстр. А ты что, мне на расстоянии убивает? Посмотри, что делает. Так, давай, мочить его. Стоять, щенок. Ну да, он выкидывает всякие шляпы. Шляпы выкидывает. Ой-ой-ой, я прям... Как он со спины убивает издалека? Я вообще не понимаю. Вот у меня 100 хп. А, все? А, все, убили. Да, я думал, что это будет помощнее. Я думал, ну как босс. Ну как босс идет. Хорошо, Limbo Cat. Ну это кот, в принципе. А что он вообще делает? Это... Он не из нейрополимерии, он из перчаток, он самый добрый. Он сама доброта, его можно погладить. И звуки прикольные издает. Че, ты на нем катаешься? Че, ну ты так сел, как будто катаешься. А мы можем его убить? Нет, мы можем только себя убить. А хорошо, пусть ходит до конца серии. Добавим няшности немножко. Талисман. Так, следующий у нас просто мутант. Ой, я чуть не убил, сразу его. Ой-ой-ой, сразу ногами машет со всей силы. Это самый слабый. Это самый слабый? Это как обычно солдат, поэтому так. Это гопник с района. Так, понял. Нурсе мутант.
Ой, это уже как ученый. Да, реально ученый. Странно, мне кажется. Он может быть. О, вот это он класс-то делает. Эффекты на высоте. Вообще, как будто это не в Гаррис Моде, а в какой-то обычной игре сделано. Так, тихо, тихо, не психуй, не психуй, рыгачка. Рыгачка. Так, Orange Sprout. Давайте тут поставим. А это что-то, наверное, цветочек, да? Что другой? Да, что такое? Это огненный уже. Огненный цветочек, подумаешь. Ой. Ага, то был кислотный, а то уже огненный. А давай мы его выкинем. Ой. Ой. И что, он просто летает и огнем дует? Да. Он бесполезный. Да, он тоже при смерти этот, как бы, самой ликвидируется. Так, Sprout просто. Это у нас, ребята, спаунер. Это для какого-то, знаешь, рубрика, где мы будем выживать. Поехали. А это тоже цветочек. А это он спаунер такой? Цветочков. А это спаунер? Был. Что не втыкал? Так, Sprout Hive. Hive. Тоже? Вот, вот что-то спамнит. Давайте проверим, как он спамнит их. Не убивайте сразу. Так, один пошел, Рыгачкин. Ого, это что-то, смотрите, у него какие-то корни стрёмные. А ну давайте убьем этот цветочек, что будет, он еще застрет один? О, кислотой трещит. Пишли, успокойся. Так, есть контакт. О, насрал, это уже... А, ну все. Мочите, мочите его. Так, пацаны, запасайтесь оружием, сейчас я наставлю NPC и их активирую все. Так, давай, ребята, давай. Сейчас мы сделаем жесткое выживание. Поставим всех по одному, давайте. Этого. Блин, вот это... готовы. Вот этот котик самый миленький. Из всех? Да. Да. Его можно на прививку поставить. Ты думаешь? О, да, кстати. Да, кстати, можно. Так на контрол садишь и посмотришь. Красивый. Да, да, да. Ему в лицо, прям в глаза. Правда, у него их нет. Но это не важно. Не, давайте еще поставлю вот этих обычных побольше. А можно сделать на монтаже. Ой, ребята, ну что, я отхожу. Беру сейчас себе тоже оружие. Вот давайте возьмем уже, знаете, вот мне вот это нравится оружие с КС-ки. Или, сейчас, сейчас, сейчас. Да, во, вот это возьму себе. Побольше так, патрончиков. Я тоже готов. Готовы? Да. Давай. 3, 2, 1, погнало. Ой. Так, надо спускать. Ой. Спасибо. Я понял. А ВПшка пошла. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. И ногами буцефалами мне фигача. Ой-ой-ой. Это давайте уже без пушек этих. Вы же надо убивать их, а не меня. Так, давайте что-нибудь посерьезнее возьмем. О, эмочка. Неплохо вы их, ребята, наказываете. И меня тоже. Ну, да. Да сы... Ой-ой-ой, в воздухе комбо прописал. Мощь, не спорю. Да откуда ты взялся, рыгун? Рыгачкин, сын. Пацаны, читерское оружие побрали, конечно, ничего мне не оставили. Сорян. Всех убили. Да все, это я этот. Ну все, все, я понял, вы психи, молодцы, пацаны. Ай. Зато котик жив. Да? Реально. Давайте еще раз босса замочим. Поехали. Мне понравился этот босс. Не попрости. Я привык, что вы всю серию меня мочите. Где этот челик? Побежал. Он его повел через всю карту. Нифига себе, он именно классно так делает руками. Иди сюда, щенок, мы тебя накажем. У него руки как плетки, пацаны. Ого, наталкивай. Ой, извини. Попал, хорошо попал. Не попал. Надо хорошо прицел. Вот, есть. Прям по жопе попал ему. Отлично, отлично. Эти стрелы очень хорошо, ребята, отнимают. Так. Он еще уклоняется, такое ощущение. Сейчас ему гранату. Ай, убежал. Как знаешь, надо валить. А против калаша нет приема. Ничего себе, убил нашего пацана. Сейчас мы его замочим. Да, пацаны? Должны замочить его. На меня переключился. Нет. Мне интересно, он по стенам бегает или нет?
Было бы классно, если бы еще ребята по стенам бегал. Вообще было бы отлично. Котик ходит всю серию. На кого не обращает внимания. Ой-ой-ой, стой, стопэ, стопэ, псих! Как он меня убить хочет. Кстати, еще жизни не отнял ни разу. Промахнулся. Все. Убили. Прикольно, вот этот босс, можно, знаете, будет сделать такую, знаешь, рубрику, где мы их штук 20 поставим. И просто погибать постоянно. Если понравилась эта серия и вы хотите еще классных рубрик по обзору модов, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. И котик вышел, да? Котик вышел. А мы нет.